Всем привет, с вами Шпага, вы на канале Уж. Мы сегодня поиграем в игру под названием Felix the Reaper. И попробуем поиграть во вторую часть. А, собственно говоря, это вторая часть прохождения данной игры. Вот, в принципе, она мне очень понравилась. Такая головоломочка, веселая, танцующий мужичок. Очень круто все сделано, с юмором, конечно же. И такие колоритные персонажи здесь. Так, смотрим, что здесь у нас происходит. Так, ворона потеряла крыло. Ой, свою, не крыло, а как называется, перо. И этим пером мы будем рисовать что-то сейчас, да? О, мадам. Мадам. Ой, какой сексуальный парнишек. Кто там, а на фотографии? Так. Опа. Звезда поп-музыки, видимо, да? Bird the Horseman, типа, или как там было? Там было написано? Что такое? Что произошло? Ничего не понятно. Ой, а он такой хорошенький, ля-лямба, ля-лямба. Так, а что нам нужно сделать? Свободный обзор, задание. Переместить пончики, переместить. Давай посмотрим пончиковскую историю. Музычку врубаем. Тин-тин-тин. Так, у нас что здесь есть? У нас тут есть ящик-бочку. И все? В смысле, серьезно? Хорошо. Так, тыкаем. Берем бочку. Ставим ее сюда. Так. А что дальше? Так, дальше ящик. Ящик на бочку? Нет. Ай-яй-яй, отставить. Если я забираю бочку, то что происходит? Я на солнце. Все-все-все, отпустить. Куда нельзя? Это нет, тогда ящик, ящик. Да подожди ты. Да подожди ты. Ну... Ну, Феликс, ну давай ты не будешь. Так, а если мы... А, я понял, надо вот сюда перейти, смотри. Берем бочку. Мы ставим бочку... Да, я сказал, сюда ставим бочку. Делаем пуш. Делаем вот так. Шикардос. Идем сюда. Сюда. Ставамбо. Все. Так. Но нет, не все, подожди. Если мы заберем ящик, меня солнце не ужарит? Не ужарит. Нам нужно пройти, получается, что? Нам нужно вот туда пройти, да? Надо ящик вот сюда поставить, короче, смотри. Мы ставим сюда ящик. Мы берем бочку. Нет, мы не берем бочку. Подожди. Да, мы берем бочку, вот сюда идем. Ставим бочку сюда. Нажимаем сюда. Шикарда. Шикардасина. Шикардусина. И пупусина. И фигусина. И что дальше? А мне нужно до туда дойти. Так. Ну если я бочку хватаю, то у меня же исчезает эта тема, нет? А, так все, ёптель, я прошел. Смотри, мы идем сюда. Правильно? Или неправильно? Да, пушимся. И нажимаем. А, я думал, до тачки надо дойти. А мне не до тачки, до этой хрени нужно было дойти. Да, тупанул немножко. Но в целом нормально. Так, первый уровень пройден, хорошо. Хорошо. И что, все, уходим? Они все, они посмотрели друг на друга. Они такие, у-ля-ля, смотри какой. Что там написано? Бёрф? Эй, Бёрф, иди сюда. У-ля-ля. Так, собакуль. Ой, он еще и собачка любит. Ой, ну все, мой принц. Мой... все, готово, пошла. Так, хорошо, первый уровень мы пошли. Мегафон. Мегафон?
Только давай ты не будешь тут сейчас рекламу быстрого интернета и всего остального мне. Что за мегафон? Так, давай посмотрим эту серию. Что с мегафоном? В принципе, та же самая локация, но что-то поменено, да? Я собак больше люблю, чем женщин. Типа такой посыл или что? Надо ей дать мегафон. Хорошо. Может, я не буду называть мегафон, а то это что-то какое-то, что-то ужасное. Вот сюда нужно притащить мегафон вот этот. Этот вот сюда. Так, что у нас есть? У нас есть бочку. Еще одна бочка и... Ага, есть этот. А, смотри, берем бочку. Ставим его вот сюда наверх. Так, делаем пушанский. Пушанский не могу, потому что там пушанский. Так. А, могу. Нет, не могу. Нет, могу. Да, делаем пуш. Нет, не могу. Если я забираю, то солнце ж туда светит, правильно? Подожди, надо подумать. Надо подумать, надо подумать, надо подумать. Мне нужно забрать вот этот вот... вот эту вот бочку. Поставить ее сюда. Да, мы забираем, смотри, мы забираем эту хрень. Эту хрень мы ставим вот сюда. Берем бочку. Ставим ее вот сюда. Делаем пуш. Все, теперь что? А как мне забрать эту бочку? Подожди. Я могу забрать сейчас эту штуку? Не могу. Потому что она дает вот сюда проходку. Блин, а что делать тогда? Подожди, так, берем бочку. Ну, сюда-то, сюда-то, понятно. Надо забрать эту ту бочку, правильно? Потому что я туда-то не могу перейти без бочки, наверное, или могу? Да подожди. Ты вот сюда ее можешь поставить? Не, не сюда, а вот сюда. Я могу? Я без двух бочек туда не пройду, правильно? Да, наверное, не пройду. Подожди, тогда надо думать, надо думать, надо думать. Мне вот сюда проходку, я сюда бочку ставлю, правильно? Подожди. И... Не, вот сюда бочку я ставлю, так. Туда могу пройти, но мне нужен этот ящик еще плюсом, правильно? Подожди, а там что у нас? Ага. А если я бочку и поставлю... Да подожди ты. Я вот бочку сюда поставлю. Сделаю пуш. Перейду сюда. Возьму эту. Так, хорошо. Хорошо или нехорошо? Подожди. Тебя сюда поставлю. Сделаем пуш. А, я вон там могу пройти, по идее, да? Да, вот здесь и мы проходимся. Мы здесь проходимся. Так, и что дальше? А как тебя забрать? А, так все, мне не нужна эта бочка, что-то я туплю. Уходим. Все, я же поставил сюда, мы эту бочку вот сюда ставим, смотри. Мы уходим вот сюда. Да, я что-то тупанул там еще, короче, в том моменте. Берем вот эту бочку, бочару. Уходим вот сюда. Так, что дальше-то? Уходим вот сюда. А мне нужно рупор забрать. А рупор вообще ни в тени, ни в какую. А рупор ни в тени, ни в какую. Да, понял. Так. Вот сюда бочку. Так, сюда-то я могу перейти, подожди, но мне нужно... А, мне нужно вот этот ящик забрать, смотри. Сейчас.
Ща. Допетрим, наверное. Может быть, нет. Если вот сюда поставлю. Мне это ничего не даст, да? Если я сюда ящик... А, так если я ящик сюда поставлю, я и не пройду. Сейчас, подожди. Если вот так мы сделаем, и вот туда ящик фиганем. Так. Ага. Перейдем. А, подожди. Все правильно. Так. Хорош. Молодца. Феликс, ну ты меня удивляешь. Ты, конечно, такой. Ла-ла. Так, теперь как до туда дотащить его? Мы его сюда кладем. Мне нужно забирать. А что я могу забрать? А, я все, в принципе, могу забрать, да? Потому что оттуда... Да, все, понял. Берем бочку. Да нет, наоборот. Бочку сюда. Так. Это говнище сюда. Это говнище идет сюда. Подожди, подожди. Мы бросаем его вот сюда. Мы берем бочку. Ставим ее сюда. Да не сюда, ну ёп. Поставь сюда, пожалуйста, бочку. Ага. Да, берем рупор. Да, он не мегафон вообще-то, а рупор. Какой это мегафон? Мегафон — это реклама мегафона. Это рупор. И ставим сюда. Е! Отлично. Второй уровень пройден. Шикардосина. Шикардосина. Феликс, ну ты хорош. Хорош, да. Танцульки как надо. Музыка немножко изменилась, такая более спокойная стала, да? И поэтому... Так, смотрим, что здесь у нас происходит. Так, ой, мадам, мадам. О, я сейчас его подзову. Ты спокойно пьёшь. У нее типа сейчас очень громко говорит попка, типа в этот момент. Это очень смешно. Так, что у нас здесь? Так, Феликс на месте. Пульк. О, смотри, ты подписал фотографию, как-то помнишь? А, нет, типа, подпишешь фотографию? Конечно, подпишу, иди-ка сюда, красотка. Опа. Мне нужно разлить мясо, хотел сказать. Разлить масло, чтобы таксишко ее не сбило. Мясо, мясо. А что я могу тут брать в руки свои? Бочку вижу, хорошо. Что еще? Одна бочка и все? В смысле, алло? Как так-то? Подожди. А где... Бочка там. Бочку могу забрать? Да, могу бочку забрать, потому что... Не, вот сюда. Забираю бочку. Иду сюда. Или не сюда, подожди. Да, сюда. Ставлю бочку сюда. Почему не могу? Почему не могу тебя забрать? Подожди. Мне нужно, подожди, мне нужно пройти к туда, вот через две, через одну клетку вообще. А, да, через одну клетку ту. А, ну все правильно. Я ставлю бочку вот сюда. Делаю пуш. Краю эту хрень. Так, теперь чего? Подожди. Теперь мне нужно, короче, вернуть бочку. Я беру тебя.
Так, я беру, подожди, я беру тебя, ставлю вот тут. Да подожди, тут, ну поставь бочку. Теперь беру тебя. Да, хорошо. Теперь вот так. Так, а как масло надо разлить туды. Туды-сюды. Ага. Да подожди, ну верни. Масло надо поставить туды. А, так все правильно. А, нет, неправильно, подожди. А, все правильно. Вот сюда. Ты сюда. Нет, ты не сюда. Ты вот сюда. Теперь бочку. И сюда. Да, все правильно. Вот сюда. Да, все правильно. А подожди. Ага. Так, а мне надо как бы... Откуда солнце? Оттуда светит. А мне нужно как бы забрать. Будет потом эту хрень-то, алло. Как ее забрать? Сейчас, подожди, что-то я не понял. А, мне нужно вот так сделать. А, почему так? Потому что вот здесь идет пересечение наших интересов с чем-то. С чем-то. Так. А, так все правильно. Нет, я не просил этого делать. Нет, вот сюда встань. Возьми вот... Да, я... Да... Ты дурак? Вот сюда поставь. Спасибо. Так, подожди, подожди, подожди. Мадама меня защищает, то есть... А, вот сюда... А, я мне нужно дальше вот сюда как бы. Я там... Или через то пройти, или нет. Так, сейчас, подожди. Меня солнце-то защищает, это все понятно. А. Да, делаем вот так, берем бочку. И чё? А, смотри, пост. Нам туда нужно перебежать. Правильно получается? Потому что, ну, пост нужны... А, вон вторая бочка есть еще, тем более. Так. А как мне на пост перебежать? А, все, все понял. Вот сюда вот так. Бучару. Стоп. Берешь эту хрень. Ставишь ее сюда. М-де. Так, вторую бочку. Бочку меняем на эту. Сейчас бочку меняем на масло. Правильно? Или неправильно? Вроде правильно. Берем эту хрень. А, нет. Мне еще бочка та нужна. Так, тогда оставляем это здесь. Берем. А, стоп! Не берем бочку. Почему не берем? А, потому что солнце с той стороны. Если возьму бочку, то мне хана. Интересно. Берем эту хрень, подожди. А что надо делать тогда, подожди. Сейчас я что-то туплю, подожди. А пост я не могу передвинуть, да, этот хрень эту? Больше тут ничего нету? Больше ничего нету. Если я бочку сюда ставлю, это только туда про просвет. А, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй, вру! Да, я наврал.
Сейчас, мы берем ее. Мы в свете, но... Мы в свете. Да. Так. Нет, не так. Запутался, подожди. Ой, извиняюсь, да, соряныч. Ну, поставь, поставь. Я хотел вот так сделать. Так, подожди, надо что-то решить с этими двумя. Да, блин, дай, сделай поменьше немножко этот. А то как-то неудобно мне. Нельзя вот отъехать немножко в другую сторону. Так, ладно. Подожди. Нам нужно взять вот эту хрень сейчас. Подожди. Нам надо, короче, дойти вот до туда. А, нет, мы не можем до туда дойти. Да-да-да, все, вру. Отстань. Мы не можем до туда дойти. А подожди, а как я делал? Вот так получается. Да не надо на... Мы можем... А, так подожди. А мы можем бочку на бочку поставить? Или не можем? Бочку на бочку можем поставить? Подожди. Сейчас, я хочу проверить. А, мы бочку на бочку можем. А, так и все, что, вот так берем. А, мы ее не заберем тогда, да? Блин, косяк. Сейчас, подождите, надо подумать. Надо подумать. Мы не забираем ее, почему? Подожди, а если мы... Сейчас мы забираем бочку, ставим ее сюда. А, так а все равно тут получается. А, но мы можем как бы сюда поставить. А, так все, да или нет? Нет, не все. Сейчас, подожди, дай-ка я попробую сделать одну фишечку. Мы вот так вот делаем. А нет, мы так не делаем. Я хотел, типа, вот так поставить. Мы от солнца отгорожены. Хорошо. Дальше-то что? А, может быть, вот так надо сейчас стоять. Вот так. Это вот сюда. Это вот так. А, нет. Бам-бам-бам-бам-бам. Ой-ой-ой, да-да-да, вот сюда иди, сюда забирай. Подожди, чё-то туплю. Хорошо, давай вот сюда поставим. Да, все, я понял, иди сюда. Там же нам хватит, если я сейчас уберу бочку, смотри. А не, не хватит. Серьезно? Там две клетки остается. А... Нет.
А, одна клетка, вот сюда надо поставить. Все, понял, ставь сейчас сюда. Идем сюда, смотри. Сейчас масло вот сюда ставим. Так, забираем бочку. Идем сюда, бочку на бочку. Бочку на бочку, говорю, поставь. Идем сюда, смотри. Значит, да, все. Забираем маслишко. А, подожди, а как тогда? Нет, тогда не получится. Ну и чего, вот я только сюда могу перейти. Не, если так, то это все понятнее. Мне нужно вот туда перейти. Я ставлю вот сюда это масло. Здесь прохожу, вот отсюда его забираю, туда его ставлю. А подожди, а вот здесь-то как мне быть? Ничего не понял. Подожди, если я вот сюда его затащу... А подожди, а я на свое место могу его поставить? А, я туплю. Вот сюда. Вот сюда. Не, вот сюда. Нет, подожди. А как? Что за бред? Подожди, вот сюда. А! Может быть, вот так надо? Сейчас, подожди. Нет, я все равно не в тени. Чё-то туплю. Подожди, очень просто должно быть. Ну, я вот сюда его ставлю. Вот так делаю. А, ну мне его не забрать, ёптель-моптель. А туда две бочки нужны. Так, ладно, подожди. А если с одной бочкой? Вот сюда идем. Вот сюда идем. Забираем ее. Делаем вот так. Все, вот так, смотри. Сейчас. Надо вот эту третью бочку забрать. А, нет, подожди, стоп. Я не могу ее забрать. Да, я ее не могу забрать. Потому что если я ее заберу, она будет... Она откроет вот эту хрень. А я этого не могу допустить. Блин, подождите. Какая-то загадка-то... Не загадка, как вы на самом-то деле... Да ну, бред какой-то. Подожди, а подсказки есть? Поставь-ка это говно. Показать следующий... Да, покажи следующий. Вот это вот туда? А зачем? Почему? Подожди, а какая разница? Масло я... А как я туда это поставлю? Тьфу! Да извини, извини. Как я это туда поставлю? Объясните мне, пожалуйста. А, могу вот так сделать. А, не могу. А как я это туда поставлю? Да не, что за тупая подсказка-то, алё? Масло поставить... А как я его туда поставлю, алё? А, могу вот так только, да, наверное? Ой, извиняюсь. Не, а как это туда поставить? Нет, сейчас надо решить. Подождите, подойду сейчас. Итак, я здесь с вами, ребят.
Значит, подождите. Вот он мне подсказку дает сюда поставить какую-то какашку. Для чего? Так, давай-ка вернем наше маслишко тогда. К примеру, да? Например, точнее. К примеру, например. То есть не через так, может быть, нужно пройти, а как-то по-другому. Сейчас, как поставить маслишко туда? Вот вопрос. А у меня запись идет или не идет? Идет, да? Все нормально. Так. Как теперь сюда пуш? Маслица мы сюда можем доставить. Сейчас, подожди. Если я масло сюда ставлю, это что мне дает? Это, по сути, мне ни хрена не дает. Подожди. Да... Да успокойся. Ты успокоишься? Вот сюда его можешь поставить? Спасибо. Так, если я забираю это... А, подожди, я понял. Вот так мы делаем. Да нет, вот сюда. Вот так вот мы делаем. А нет, не так. Уберись. Пуш. Делаем пуш, забираем отсюда, уходим сюда, тихо, и вот сюда подсказку, которую нам дали. Так, теперь мы можем забрать бочару. А бочару на бочару мы можем? Мы не доходим, да? А, мы можем на одну клетку сместиться. Мы можем на одну клетку сместиться. Отлично. Теперь мы проходим. Отлично. Мы просто по прямой, короче, проходим. Да, подсказка нормальная, на самом деле, была. Я что-то тупанул. Отлично. Танцуй, будто бьешься за жизнь. Так, прошли мы этот уровень. Хорошо. Так, давай посмотрим, что там с ними будет, с этими персонажами. Но времени много, да. Очень много, поэтому... Ну, сорян, ребята. Но тупанул. Как, ну, с кем не бывает. Игра такая, главное не тупить. А вы же Шмыгу знаете, он как бы такой, ну, любит потупить, поэтому... Не обессудьте, не обессудьте. Так, это у нас вроде последнее задание в этой... В этой главе, во второй, да? Или нет, или предпоследнее. Что-то я забыл. По-моему, по 5 было заданий, нет? В первой главе, по-моему, 5 было заданий. Нет, последнее задание, да? Оно... Что собака? Собаку... Собаку. Собаку... Собаку. У нас есть бочаро. У нас есть ящик. У нас есть подъемный. А что мне нужно забрать? А, собаку надо забрать. Да... Так, подожди. Собаку надо забрать. А, я понял, как ее забрать. Смотри, вот так. Я так не заберу через клетку, да, получается, ее? И так через клетку не заберу, блин. Сейчас, подожди. Но если я заберу, мне не хватит клеточки, да? Мне этой одной клеточки и не хватит. А, ну зато мне хватит вот сюда, смотри. Нет, подожди. Мне нужно, по идее... А как это сделать? Что-то я не очень понимаю. Как ее забирать? А, вот сюда надо сейчас поставить... Ой, стоп, не забирай. Не забирай бочку.
Сейчас. Ага, все правильно. Мы берем вот эту хрень. Идем сюда. Ставим сюда. И через вот эту хрень мы забираем пса. Иди сюда, дорогой мой. Так, пса мы забрали, хорошо. Теперь, стоп. А я что, пса могу тоже на эту ставить? Это смешно. Так, теперь куда его надо-то? Ё-моё. А как это сделать? А как это сделать? Пес идет сюда. Это идет сюда. Это идет сюда. Это идет сюда. И это идет сюда. Пес идет сюда. Так, так. Так. Так, а как что дальше-то делать? Да ё-моё. Непонятно. Подожди, пес сюда идет. А, стоп. Так, а мне нужно... А, подожди. Ну-ка, пес, иди-ка сюда. А, здесь я под солнцем получаюсь. Получаюсь я под солнцем. А, если... Подожди, вот если его сюда ткнуть... Я под солнцем там? Нет, вроде. А! Мне нужно сюда, короче, бочки перетащить. Ну вот те... Да, тот механизм нужно перетащить сюда. Так. Пса, короче, сюда пока. Сами мы туда идем. Да, мы забираем бочку. Мы... Ах, ты ж собака, ты тварь какая, а? Так, а если... Сейчас. Нет! Нет, 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 нет. О боже, какой же бред. Ой, я перепутал, надо перевести время. Переведи время. А, не, нам все равно не хватит туда, никуда, никуда. Туда, никуда, никуда. А что дальше-то делать-то, а? Непонятно. Да, но это, видишь, это с псом все, как бы, ну. А если я пса-то уберу? А, так я его и не уберу. Ля-л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 я. Подожди, а если вот туда поставить? А, ну тогда мы не получится. Мы не получится. Я не пройду сюда. Я думал вот сюда. Так, подожди, давай подсказочку сделать. А, нет, вот сюда он говорит, смотри. Как я и говорил, друг на друга. Хорошо. Вот сюда же он, да, показал? Подожди, сюда же ты показал? А, нет, вот туда он показал. Погодь. Что-то я забыл. А! Все, понял. Да ё-моё, да успокойся ты. Да, хорошо. А, подожди, нехорошо. И что дальше? А, мне нужен пес. Да?
пса нужно забрать было, ё-моё. Вот я тупанул. Ну ничего страшного. Блин, теперь... да подожди ты, ну не... Ну Феликс, ну хорош капризничать ты, упырь. Подожди, мне надо как бы туда пройти, да? А, так я прохожу. Все нормально. Берем пса. Так, пса, короче, сейчас туда надо. Его вот сюда вначале. Теперь я беру... Я бочку же могу взять? Да ёптель, моптель, не могу. Верни бочку тогда. Поменяй время. Иди сюда. Бочку сюда. Нет, не надо пса на бочку. Так, иду сюда. А что теперь? А, все, понял, что теперь. Мы теперь меняем, короче, бочку на пса, и все. Да, вроде так же нужно. Такая задумка или не такая задумка? А скорее всего не такая задумка-то. А нет, такая. Мы же проходим, все нормально. Да, мы меняем теперь бочку на пса и все. Так. Сейчас, подожди, а как тебя поменять? А, все правильно, да. Сюды. 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 И уходим. А! Вот сюда идем. И идем сюда. Кладем пса и все. Юху! Я смертельно соскучился, Феликс. Смотрю, ты одолел 80-й, надо же. И да, порталифт бессердечная машина. Он умеет делать только одно. Прости. Опа. Машинка взорвалась. Экстремальное знакомство, типа. Здорово. Приветики, подпиши, пожалуйста. Ой. А, мы все-таки подстроили убийство. Это плохо. Я думал, будет хэппи-энд, а не получилось. А мы всех убили? И даже пса? Ну, пса-то не надо было убивать, пожалуйста. Не очень хорошо получилось. Ребят, на этом закончу серию по данной игре. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Шимега. Всем счастливо!